Ну что, ребят, 20 глава у нас уже, да? Шикарно. Так, а нам зачем это нужно? Это что, Галеон? Да, с виду похож. Осталось 3 главы. Плюс пролог, говорят. Неплохо. Надеюсь, мы сегодня закончим. Надо же к Думу готовиться. Слушайте, это не зря вот тут все это сделано. Давно ли идет стрим? Ну, где-то час 40, наверное. Две главы плюс пролог. Пролог-то длинный, нет, с Apple TV? Скажи нам. Ё-моё. Красота. А, пролог начала, понятно, да. Точно. Не понял твое сообщение, Бахаем. Последнее слово это ты кому адресовал? Это лучше Xbox либо PS4. Ну, раньше, если был какой-то паритет, то, наверное, сейчас все-таки PS4. Особенно это после того, как Microsoft обновили свое программное обеспечение. Мне теперь у Xbox совершенно не нравится интерфейс. Просто вообще никак. Терпеть его не могу. Только довели до ума существующий интерфейс, надо было все испоганить и сделать какую-то дебильнейшую прошивку, которая долго загружается, не так быстро работает, как хотелось бы. Убрали все, что было на двойном тапе кнопки Xbox, все быстрые функции убрали. Ну, это вообще маразм какой-то. Просто взяли и убили своей прошивкой отличную... отличную идею программного обеспечения. Смотри, это Сэм. Он окружен. Да. Пошли. Надо его спасать. Надо выйти к воде. Нейт! Они сзади! Ой, ты куда? Нейт, куда ты? Нейт! По-моему, слишком дерзкий, Бахаем. Тебе не кажется? Тихо. Надо будет... У меня снайпы-то нет, на самом деле. Вот в чем проблема. Наконец-то, по-моему, убрали его. Может, тут что-то есть интересное для нас? Есть, отлично. Эй, помоги мне! Нет, нет, нет!
Иду, 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 Илья. Где он? Ты сама справилась. Слушайте, ей надо в UFC сражаться. Ой-ой-ой, мне в ответочку кинули гранату, да? Слушай, ну админ для чата у меня был, Егор. Серьезно? Что-то далеко какой-то чекпоинт получился, дальний очень. Или это уже новые ребята? Кристофер, stop spamming, please. Stop spamming. Or I will ban you. Даже не один тут. Когда разработчики поймут, что вот эти перестрелки это самая жуткая кал, которая есть в игре вообще. Никому он не нужен вообще, просто. Хрень. Серьезно? Я вот не хочу играть за Рэмбо, мне это неинтересно абсолютно. Неужели это непонятно? Yeah.
залезь же ты туда. Чем они больше, тем труднее их завалить. Неужели все? Аллилуйя. Так, давайте пистолет какой-нибудь возьмем. Пистолет. Так, все, Кристофера баним. Патроны подбирать нельзя, да? Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Может быть, что-то интересное. Ух ты, флинт... флинтлок. Так, графика. Это мусор. Это тоже. Хотя, почему мусор? Нет, не мусор. Может быть, да, хоть враги будут на нас идти. Вот сейчас я готов пострелять. Мне даже это понравится. Пошли. Можно слезать через трюм. Там, походу, на ютубе какие-то боты заявились. Это боты, ребят, скорее всего. Вот это круто. Вот такую пушку дайте мне, я не против. Мешает мне Елена, видите? Любит помешать. Дыка. 84 патрона осталось. Да. Очень хорошо. Эй, здесь можно пролезть. Так, Кристофера Кофе, еще там какого-то бота я на ютубе, ребят, забанил. Это точно боты какие-то. Ты куда делся, сэр? Куда побежал? Ну, вот и ответ. Вот они!
жили. Надо какую-то нормальную пушку взять. Музыка эпичная играет. На корабле. Это Сэм. Черт, его прижали. Я рад слышать его голос. Ну что, братуха? Эта пушка-то получше будет. Не зря золотая. Же я рад тебя видеть. Да. Как насчет убраться отсюда? Я за. Отлично. Зажигалку нашел? Нашел. Ой, откуда? За ними можно укрыться! Наконец-то ракетчика нет. Отлично, это я возьму. Это оттуда! С того корабля! На палубе внизу! Сейчас! Ой, еще пуляют. Сто ракетчиков сегодня много. Давай,
Может, тут какое-нибудь оружие осталось? Я бы забрал. Я кинул 100 рублей. За мистер, да ты каждый раз кидаешь куда-то деньги. Я только не знаю, куда ты кидаешь их. В помойку или куда ты кидаешь? Все, пошли! В карман себе. Проклятие. У нас гости. Никто не знает, куда ты закидываешь деньги. Серьезно. Я ни разу у тебя денег не получил. Может, ты поделишься с нами, куда ты их кидаешь? В лужу, может быть, ты их кидаешь. В мусорку. Выбирайся давай, что ж ты? Мазафака, куда идти-то? Может здесь? Нет. Это гуф, походу. Может быть, еще ниже надо было нырять? Да. Ну вздохни, тут же есть где вздохнуть, ну. Эх ты, Дрейк, Дрейк. За мистер, так ты слышишь меня или нет, дружище? Куда ты деньги-то кидаешь? На улице раздаешь где-то или что? Вниз прямо, да? Дальше куда? Я не вижу, где выход. Прикиньте. Может быть, сюда? А, во! Вижу, вижу теперь. И это снова Гуфи. Так все очевидно. С первого раза кто-нибудь нырял, ребят, нет? Надо еще раз выдохнуть. Сначала вдохнем. Ну вдохни же-то, ну. Все, это гуф. Вот туда я правильно плыл-то, ребят, хоть? Вот сюда вот, да? Вот в эту дырку надо вообще плыть. Теперь давай, поехали.
Ну и куда? Вы говорите, вниз ныряю, я нырнул вниз. А дальше что? Ты нырнешь, там дыра вперед. Окей. Может быть сюда? Вот это фейл. Это однозначно фейл от разработчиков. Такой фейл, просто всем фейлом фейл. Так нельзя делать игры, что ты с первого раза не можешь какой-то эпизод пройти. При всем желании. Ошибка. Выше. Не вниз. Ёпта. Не бойся. Кроется. Надо выбираться. Может быть, вот это вот? Имеется в виду? Скорее всего, да. Это я удачно зашел. Да за. Да сколько у Рейфа грузовик? Камон. Игра к концу скатилась. Перестрел. Не успевали я делать. А, проблема. Ё-моё, слишком много, ребят. У того наемника вот был РПГ. Да где же? Так, грузовик. Получай. Того наемника был РПГ. Да где же? Живи. Не убивай меня, пожалуйста. Ты втираешь мне какую-то дичь. Дар речи пропал аж.
Отомстил напоследок, да? Грузовичок. О, another one. Ну этот наверняка не взрывается. Куда ты? Стой! Блин, куда надо идти? Надо от него валить! Да, я понял. Здесь меня не пускать, брат! Чего? Почему? Он уйдет! Да стой ты, хватит! Куда бежать-то ты, упоротый? Блин. А, не в ту сторону побежал. Видимо. А куда бежать тогда? Вот сюда? Ненавижу бежать в таком ракурсе. Почему нельзя сделать нормальный ракурс? Вперед. Постоянно приходится угадывать. Салли? Привет, Нейт. Бросайте РПГ! И вали оттуда! Поиграли их вас! Давай! Завали этих ворот! Ох и свобода! Да, в голове звучало лучше. Молодец, парень! Ты меня выручил! Давай сюда, я тебя вытащу! Сейчас. Спасибо. Ну а пушку-то подобрать? Она испарилась, что ли? У меня винтовка была с собой. Она куда-то испарилась, когда я РПГ взял. По ходу дела. О, класс. Я теперь остаюсь вообще без оружия. 3 патрона всего лишь. Рад тебя видеть. Ты как всегда вовремя. Ну я как-то заволновался, решил встретить. Нам надо найти Сэма и Елену. Эй! Эй, ты как, нормально? Нормально. Мы слышали взрывы, думали... А, это все он. Что, опять спас его? Естественно. Как дела? Хорошо. Была пара сложных моментов, но... Он меня прикрыл. Эй. Привет. Это что? А, пуля царапнула. Ясно. А ты? Скала... Царапнула. Как ушел от Рейфа? Он завел своих прямо в ловушку Эвери. Умно. Послушай. По поводу истории с Алькасаром... Давай мы это позже обсудим. Куда нам? К морю. На тот конец города. Ладно. Надеюсь, только весь этот шум не привлек внимания. Да. Эй. Извините. А мы куда? Как это куда? Валим отсюда нахрен. Да, это неплохая идея. Но можно срезать вон там, пойти коротким путем. Путем к чему? К сокровищу. Обалдеть. Пока Рейф доберется в обход, мы нахрен уже... Рейфа. Так, Виктор, ты уж извини, но ты может... Ты не умеешь вовремя остановиться. У нас же с вами одна цель, да? Да? Мы здесь не из-за сокровища. Мы хотели спасти тебя. И я благодарен. Нет, правда? Все круто. У нас с вами пока есть фора. Мы сможем. Нейт, слушай. А? Ну, посмотри. Ну, Эвери уничтожил все корабли на острове. А зачем? Потому что хотел сберечь свое сокровище. Именно. Чего бы это ни стоило ему и другим. Потому что не хотел, чтобы его догнали. Он хотел удрать. Смотрите.
Вот. Это его карта острова. Видишь? Его корабль здесь, прямо за той горой. Там наше сокровище. И как раз туда сейчас направляется Рейв, пока мы тут с вами спорим, как идиоты. А если Эвери все-таки удрал и потонул где-то в океане вместе с сокровищем? Тогда мы найдем, где он потонул. О, боже. Сколько мы с тобой за этим гоняемся, а? Ты и я. А эти двое, они не понимают. Они понимают. Еще как. Ясно. Они насмотрелись на такую одержимость. И сам. Мы уже не пацаны. Уже нет. Можно ничего не доказывать. Где самолет? Вон там. Далеко? Не очень. Прямо за город. Так, что-то, ребят, я отвлекся. Там новую главу-то написала, нет, нам? Вроде бы. А вдруг наемники ждут нас у самолета? Не ждут. Почему ты так уверен? Потому что они идут к горе. К сокровищу. Это даже не новая глава, обалдеть вообще. Привет, те, кто смотрит на YouTube с мобильных устройств, я обратил внимание, сейчас протестировал. Качество автоматически выбирается просто никакущее вообще. Выбирайте сами вручную 720p. Apple TV, у тебя нормально 720p качество работает? Приложение какое-то не оптимизированное у них под прямой эфир вообще. Высоковато. Как ты попал сюда? А, спрыгнул с парочки стен. Но, похоже, нам нужно искать другой путь. Слушайте, а тут не зря все, наверное, да? Я спрыгнул оттуда, но назад не забраться, высоко. Да уж, надо найти что-то, чтобы подставить. Ну, куда ты поплыл, герой? Вот наверх давай. Вот, отлично. Отсюда, скорее всего, и прыгнем. Что там внизу интересного нет? Так, а если вот сюда, отсюда пойти? Залазь давай, дружище, ну. Я думаю, все-таки нам туда.
Опять какая-то дверь открывается чудесным образом. Этого меньше всего ждет, что там есть какая-то дверь, которую можно опять подрючить кнопку треугольника и открыть. Эй, сюда! О, телега. Этого я точно не ожидал. Почему никто не помогает? Нейт, он бычара, что ли? Один может таскать? Давай, толкай! Наконец-то. Эй, вам помочь? Нет, спасибо. Справимся. Так, все. Старик-то лучше прыгает, чем Нейт. Да вот же он. Ну-ка, налево надо сходить сначала. Ничего нет, как ни странно. Народ, сюда! О, вы посмотрите. Это похоже на фуникулер. Думаешь, работает? А. Панели управления не видно, но я могу достать платформу веревкой. Да, можешь. Ой. Может добраться до деревянной платформы внизу? Толкай, Нейт. Он не хочет толкать, почему? Мы уже близко. Скорее бы домой, в свою кроватку. Но добираться далеко. Ой, опять не ту кнопочку нажал. Есть идея. Нейт, помоги мне. А, я понял, не сюда толкаю. Нужно вот туда толкать. Так, что там помочь тебе надо, друг? Хорошо. Так, Виктор, можно тебя на секунду? Ага. Давай, Нейт. Вот, мы будем держать, ты перепрыгнешь. Я все. Ладно, мы готовы. Да? А я нет. Ладно, окей. А, подождите, он будет прямо отсюда тянуть, что ли? Мне здесь неуютно. А волшебное слово? Немедленно. Слабые инженеры у этих пиратов. Это еще ничего. Ты бы видел их лифты. Что? У них есть лифты? Громадные. На водной тяге. Ну, не знаю. Мне нравится лифт на дрейкотяге. Держись! Все целы? Да уж. Парк аттракционов. Залезай, Нейт. Куда залезать? Как? А, вот так, что ли? Ну-ка. Эй, залезай, я помогу. Ну, прыгай скорее. Стоило ожидать, конечно. Давай.
ты, Сэм? Сэм, давай! А? Сейчас. Прыгай, я поймаю. Давай! Нет. Нет, даже не думай. Ты понял меня? Прости, что втянул тебя. Всех вас. Так, это все уже не важно. Просто прыгай! Я должен это закончить. Сэм, эй, если ты это сделаешь, я за тобой не пойду. Слышишь? Прости. Сэм! Сэм! Тупой упрямый. Чует блеф. Он там точно погибнет. Пошли. Ну что, она права. Ну, конечно. Пошли. Сюда. Может, догоним. Я его спасу, и он у меня получит. Ладно, давайте все-таки спасем сначала. Чем он вообще думал? То есть после всего, что с нами... Ему мало? Пошли искать. Ну, мне кажется, что-то интересное есть. Нет? Да, есть. Класс. Памятник хорош. Куда мы пойдем, Нейт, в этот раз? Они там... А, через телегу опять. Точно, животворящая телега. Ух, эти телеги. Давай. Так, держим. Они помогать-то будут, нет? Готов? Ну-ка. Есть. Так. Есть. Видите? Ну-ка. Не получится. Нейт, давай. Нет, сейчас. Давай. Черт. Давай. Тебя. Ну и как нам туда забраться? У нас мало времени. Нейт. Нейт, стой. Одному нельзя. Я мигом туда и обратно. Но без драки он не сдастся. Ну, значит, подеремся, раз так. Но я его притащу как угодно. Подведите самолет как можно ближе к горе и готовьтесь быстро рвать когти. А бывает иначе? Так нечестно. А? Ты помнишь? Посуда по очереди. Вот, только попробуй не вернуться. Люблю тебя. И я тебя, ковбой. Ковбой. О, а вот 21 глава. Предпоследняя, друзья, предпоследняя.